Життя святих святителя Дмитрія Ростовського. Місяць Юлії. Седьмий день. Сія чтення в бібліотеці LibriVox. Вся чтення LibriVox – достояння всеобщте. Аж ти хочете болей научити или же помощти, посетите LibriVox.org. В той же день життя і страдання святих преподобномучеников Епіктета Пресвітера Ястіона Монаха. Во времена Диоклетиана Нечестивого, царя Римского, бе в странах восточних муж некий добродетелен, иначе ское житие проходяй, именем Епиктет, саном Пресвитер, от юности начинши работать и Христу и творяй чудеса многое. Чистоте бо ради життя своего прия от Бога дар, целите всякие в человецих болезни, и просвещаше слепые, очищаше прокаженные, расслабленные выставляше здравые, и бесі от чоловеков прогоняше от коих того чудес в достовері святині його, немного є здеда воспомянуться. Сидящо йому в келії своєй, і аж бе на особном месте не зело далече от селіній чоловеческих отстоящим, і в обичних молитвах і богомишленнях упражняющуся, коміт некий дещер свою, 50-летною от руковицу расслабленою всем юдей, привезе к нему исцеление ради, и припадає к ногам його моляше глаголя: «Помилуй мя, о человече Божий, и не утрини от лица Твоего, як уже и милосердий Бог, ему же служащи, не единого же отреновенно творит приходящего к нему. Се имам дщер единородную, в расслаблении 3 лета лежащую, все миуда и недейственно, и еле живосущую. Верую же несумненно, яко исцеливи жену в кровоточении 12 лет недуговавшую, той силе нести мою дщер исцелити, то чути и помолися милосердував у нас». Ибо и мы есмы чада Церкви Христовой, крещением святым просвещенней. Служитель же Господень Епиктет, довольную к Богу сотворив молитву, помазая леем святым расслабленную труковицу, и абья в уста здрава, и все благодарях у Бога. Рече же преподобник Комиту: «Аж ты хочешь, и о, возлюбленный, да никаковое же недугование в дому твоем воевает, буди со всеми домашними твоими по все неделные дни причастник божественных тайн тела и крови Христовой с чистым сердцем». То рек, отпусти их с миром. Пак и в иное время приведен бысть к нему человек бесен, и удержая его у себя преподобные 3 дни, муча бесотворимыми к Богу молитвами, и взиваше без глаголя: «О нужда, о беда, что терплю? Не лучше ли мне бяше в Фригии в капище идолестем сидети, и по вся дни от многих безумных человеков поклонениями жертвами почитаем обыти? Ныне же зде от единого сего мучимы, есем неповинно». Святый же Пресвитер в 3-й ден запретив бесу изгная го из человека. Пак и в иное время приведена бысь к святому некое от благородных и богатых жена в нечестии эллинском бывшая, у часи услепшая и от многих врачев исцеления искавшая и необречшая, и моляше человека Божия да токму десницу свою на услепшая у часа ея положит. Слыша бы от многих, як у руками его честными многое деются чудеса и подаются болящим исцеления. Святый же, видев ея прилежное с верою моление, положи десницу свою на часа ея, призывая имя Иисус Христову, и абия жена прозрел бы имя у часа и возва глаголя: «Слава Тебе, Боже христианский!» И веровав во Христа со всем домом своим. Но понеже много есть вся подробно чудеса того угодника Божия поведати, довлею ту бута от многих малая, во изявление Его святой нереченная. Прочее же на предлежащую повест пойдем. Отблиз бывшего там ограда юноша млад, сын некой вельможи богатый, имей лето труждения, як 18, именем Астион, в идолопоклонническом заблуждении сей, и зайде со отруки своими юношеские ради обычные утехи, и по Божию усмотрению быв на месте том и деже келия человека Божия бяше, восхоте уведети, кто в ней особ от людей жительствует. И вшед внутрь, видя мужа честно образом, и же любезно его прием, и близ себе посадив, начав упрошать и глаголя: «Откуда еси отчадо? И коих родителей?» Отвеща юноша: «Отец мой градоначалник есть, матер же моя дъщер есть Юлиана сенатора, есем же единороден им и повсядни зрят мя, яко едино дражайшую Маргариту». Святый же рече ему: «Добре рекали си чадо, яко родители твои зрят тяки Маргариту, зрят бо точью, а не имеют.
Ибо блаженная душа Твоя паче всякие, Маргарита и дрожайша, и любезнейша есть Христу Спасителю нашему, и уже избра себе в служение свое, як уже вижду. Послушай обо мя, о возлюбленное чадо, утвержи вся, я же имат сей видимый временный и суетный мир, да со всеми святыми в будущем веце получишь и невидимое вечное благая. Табо вся, я же в мире зряться, суть мим уходящая и скоро погибающая. А я же уготова Бог любящим Его и работающим Ему, та пребывают во веки, як уже и сам Бог вечен есть. Злато и серебро, еже зрице не естественное, но некое временное прелесть человеком. Аз же скажу тебе, каково е истинное стяжати злато. Пишется в наших христианских книгах. Совещаю тебе купить от мене злато, огнем разжено, да обогатишеся и во одеяние белое облечешеся, да не явиться срамота на гутей твое я. Злато же то разженое есть Христос Господь наш. Божественною любовью воспламеняющ серця человеческая, его же и ты, отча, дуаш ты восхождеш и мети в сердце твоем, аби уготовиться тебе богатство небесное. И во одежды и белые облечешеся, я же суть вера, надежда, любовь. В няже аки в броня крепкая оболкшися, не точи увыщися го видимого мира будеши, но и дьявола его же вы, як у Бога почитаете, со всеми того ангелами победиши. Еще же и сиевишт, о возлюблене, як у отец твой родивите по плоти нестестинный отец, понеже тленную токму роди плоть скоро умирающую. Всесильний же Бог отец твой истинен есть, понеже безсмертную твою создав душу, вляв плоть твою, его же повелением зачатую. И ней убо есть отец твой видимый, и ней же невидимый. Видимый отец есть смертен, временен, бедам и страданиям подлежащ и ничтоже могущ. Невидимый же отец есть безсмертен, вечен, никим же страданиям подлежащ, всемогущ и вся держащ. Той рече, и создался си во утробе матерней, той повеле, и изшел си из чрева матери твоя я. Того изволением все юношеский возраст достигли си. Я ще плотска го родителя чада почитати должни, коль ми паче того и же созда нас по образу и по подобию своему, и даде нам смысл и разум, и постави нас господствовати над дел и руку Его. И рабов нас Его сущих приобщи себе в Сыни, и в братью, и други благодатью своею. Того обо истинного нашего Отца, толика е нам благая давшего должни сме знати, любити, почитати и всегда тому поклонятися. Так уж да и матер наша истина е не та есть, яже в мир сей плотски родит, но яже в вечную жизнь рождает духовно, яже Спасителю нашему есть обручена, ангелами почтена, пророками украшена, апостолами прославлена, мучениками и исповедниками вознесена, ей же Христос Господь небесний черток уготова. Я же от человек та святая матери церковь нарицается, и я же глас есть, як у глас горлицы и пекущие си очадых. И я же у сне изливают миру апостольских учений. И я же у часа суть веры истинная и надежда несомненная в Бозе. И я же руцей скапают смирну благодеяние от милости и любления творимых. И я же два сусца суть два завета, ветхие пророками учимы и новые апостолами проповедуемы. Крещением же святым родит в безсмертие своя чада. Приступив обо сладчайшее чадо, си сусцей тоя истинния матери, и послушав совета моего, презри временные родители и твоих богатства, да сподобишися наследник бойти вечних, сыном Божьим уготованных сокровищ. Слыши же и отца истинного, мною глаголющего к тебе, и зайди от земли твоя и от рода твоего, и от дому отца твоего, и иди в землю, и уже ти покажу, в землю кипящую млеком и медом, пророческими и апостольскими и святых отец учений. Егда вся повелеваемая тебе исполнишь, и тогда дадутся тебе наследие райское, утверзутся тебе сокровище небесное, дастся ти слава горнего царствия, узришь и ангельские чины и всех святых лики, и с теми, яко искренний брат вселишися, и яко сын Богу приобщишися. Благоразумный же юноша всята человека Божия богодухновенные словеса послушав, истинния глагол и того бойти верував, умиляше се сердцем. Обаче ничто же смееше ему глаголати в той ден, боя се бывших пред ним от руков да не возвестят родителям. И поклонив се честному тому мужу отиде.
В утрі же день зело рано юноша Стьон пойде един к преподобному оному старцу, як у пчела мудрія, на то место, де же вчера сладкий мед собираше спешно, і вшед в келію к пресвітеру Господню таку воду де йому цілуванні. Радуйся, апостолі Христов, нового завета служителю, святий же отвіщаємо. Радуйся й ти, юноші прекрасні, і Боже віжду мученическую носящу одежду, і венец от камені чесних на главе й мушта, і сядьче на чаше беседувати. Рече старець, «Что чадо, семе Господнє же вчера в серце твоєм благодатью Божію сеяхум прозебелі, і хоштит ли возрастити плод, или ще вот мене верія прибиваєт?» Глагола Стіон, «Вчера рекох тіо святий отче, яко єдинородене сам родителем моїм, і зело їм любезен, і боюся навести їм тяжкі печалі. І кда бояве прийму християнскую веру, вони от безмерні туги или в море ввергуться, или ум погубят, или сами себе, как у волібу смерть сотворят. И откуда мне надеюсь я спасения, оттуда да не буду родителем моим смерти и гиенный вечный виновен. А что бы изволяешь и приятий совет мой отче, сотвори мы христианина в тайне, и ныне абе к крещению, как у имам приуготовитесь и наставим я. И когда же вся почину христианскому на мне совершиши, тогда сотвори мне молю любовь сию, пойми меня с собою». І зійди отсюду в некую далекую страну, а може тебе Бог наставить, да не видит уче само я слез родительських, і да не повредиться совесть моя печалі ради їх, і любов їх да не буде препятствие спасенню моєму. Такова я юноче словеса слышав святий старець, возрадувався духом і повеля йому повсядні пуститися, і блюстися опасно от ідоложертвених скверн, молітися же ко Христу Спасителю істинному Богу. І творяше то юноша Стіон соусердієм. По вся же дні утаєваюся от домашніх, прихуждаших старцу, і от него о святей вері очима і байваше. Як даже вся я же у Христе уразуме добре і верував в него без всякого сумнення, тогда крести його священний старець. І не по многих днех і зійдоша нощю обо оттуду вземшу Астіону мало срібра, і ліку на путь до влеті, і шечек пристанішту морському обретошу корабль к скітським странам плувушть. Давши обо неєм, седоша в него, і довольні дні плававши, прийдоша в град Алміріда наріцаємий, в скітських пределях при реце Денувії іменуємої бойвої. Притом гради недалече обречі себе особно, як прибиванню угодної месту, вселішися малу храміну суздавши. По очествії же Астіоновому от дому свого, не видиш ти родителі любезного свого сина, начаше іскати того повсюду і не обретаєш ти, плач і ридання творях увелії, ім'я синовнє вот ще призіваєш ти. Отець взіваше глаголя. Астіоне, сладчайший моє чадо, де єсі нині? Астіоне, любезніший, єдинородний мой сине, что тебе бисть? Зверлі некі тя нечаяно сниде, ілі глубина водная тя прия? О, жезле старості моє я, о, свете очес моїх, где тя прочеє взійшту? Не вим. І в кую страну тебе раді, раби моя послю, недоумею. Також де й матір одежді своя на себе розтерзає і руками в персі б'я рейдаше глаголя. «Кто ті от мене розлучи, о сладчайше моє чадо Астіони? Мню, як у Бог християнський, єдиного от своїх послав, преврати серце твоє і прельстів отведете от нас, увий мне бедной, увий мне горести безконечній і сполненной, понеже вся моя болезні, труди і врожденні і воспитанні твоєм чаду подяти в очте мне бийша». Усше плод черева моєго, погибе надежда моя і слава, і сіжу, як у граду пустевш. Бих матір даже доселі, нині же не сам матір, лише на сушті єдиного любезного мне чада. Так у родителі неутешно повсядні рейдаху. Прибиваюште при алмірідійстим граде рабі Христовий Епіктет і Астіон, іноческое в поснических подвигах життя й меху. Неутеїся же добродетел їх і святиня, понеже руками святаго пресвітера Епіктета сили і многіє цільбоподателне творяхуся, і на чаше к ним приходіте люди, недужні своя приносящи. В одину дней жена некая знаменита принесе сына своего ему шталет яку 15, нема и глуха и суха, и положив того при ногах старца святаго нача глаголати к нему. Откуда пришелись сему не вим, верую же, яку аште восхоштеши, можеш исцелити сына моего. Понеже образ твой являє ті биті ученика Назарянінова, у нем же много я слышах ум чудесне і преславне, я ж ти того есі ученик.
Помози обо нам і научи нас познати Його, да і ми й раби Того будем. Святий же рече к ней, аз ще от всего серце веруєш у жену, единого бити істинного Бога, небо і землю і вся нам видима я суздавшого, буде тебе еже просиши. Торек повеле подяти отрока от землі і плюнув трижди в уста немоцтвующая, вопроси Його глаголя. Рцей нам чадо, в коего Бога верувати подобает? В кумири или от человеку втворимия, или во Иисуса Христа распятого и житие ныне исцеляет? Отрок живели им гласом возва глаголя. Во Иисуса Христа, очесный Отче, подобает верувати, толикое благодеяние человеком всегда являющего. Таково е чудо видящие алмиридийские люди прославише Бога. И в той день более тысячи душу Бойго пола веруваше во Христа Спасителя нашего. Не токму же святым Епиктетом, но и святым Астионом благодать Божия действуваше чудеса. Единою бо изшечу ему к реце Дановию почерпсти воды, срете его муж бесен. Он же знамение крестное на бесном сотвори и абие бежа без от человека взивая. О, Астионе, вера твоя и чистота сердца твоего велю власть на ней прия от Бога. Другаго же времене некому послан от старца, греде и виде человека за високого здание долу пача, яко мертва на земли лежаща, рейдающи му нем родителями го. Милосердство в обо том Астион блаженни помоли се в себе глаголя. Господи Иисусе Христе, яко же иногда е втиха от трекровника до лопача го апостолом Твоим Павлом от врат смертних к животу возвратил, и Енея от осмолетния разслаба и апостолом Твоим Петром воставили си, и тем же святым Петром человеку от чрева матери своя хром обывшу, плесне и глезне утвердив, ходите того сотворили си. Си цей нейни сего человека жива и здрава востави мною недостойним рабом Твоим. Так опомолив се, приступи к лежащему, и апостольское рече слово. Во имя Иисуса Христа Назорея восстань и ходи. И еме го за десную руку воздвижи жива и здрава. Он же купно с родителями своими и диабие в келии святых взывая и глаголя. Един Бог Епиктетов и Астионов, воистину един ест Бог, Бог християнский. И не отиду отсюду даже всей ден менери родители моих сотворите християни. Свещеник же Господин Епиктет огласив их и поучив, повеле им постите се и приготовляйте се к приятию святаго того дара. И по малых днях просвети их святым крещением. Види же дьявол не токму от старца, но и от юного себе постиждаема и корысти своей душ человеческих лишаема, терзаше се завистью и вооружаше се на ня всячески коварства и своими, но ничто же успеваше. Обаче на юного обрете время подобно си цевое. В некий ден без благословения старцева изъйде Астион к реце почерпсти води. Видев обо враг Астиона старцева им благословением неограждена, абие попущением Божиим скверними некими нападе на него помисли и смути юного душу. Астион же возвратив се в келию, стидяше се помислов тех изповедати отцу своему и побеждаше се, боря се с ними 3 дни. Постяше се Бо и моляше се со слезами и измуждаше трудами плод свою. Обаче никако же отступах от него нечистие мысли, ими же аки стрелами невидимый ратник на него стреляя, уязвляше. Видев же старец ученика смущение лицем прискорбно рече к нему, «Что си еес чадо, яко зрюте смущение необычно? Сицевая бо печалью же в тебе вижду, нест печаль святых у спасении своим пекущихся и сетувание некой духовной на лице являющих. Но мню сию твою печаль бейте смертоносну, яко же и ту, я же убия Хитофела, советника Авесоломова, и я же погуби Юду, предателя Христова. Тогда Астион начай исповедати се глаголя. Прежде сих 3 дней беседую, что тебе отче с честными мужи о небесных таинствах, нужда бы истизайте мне по воду. Стидях се же благословите се от тебе при оних мужих, и ще же и беседи вашия пресвещини хотя. Тебе не ведущу, изидох без благословения Твоего по воду и найде мне в пути темен облак скверных помышлений. И се 3-й уже день прейде, отнеле же борюся с ними и не могу их от себе отгнати, того ради смущения съм. Святый же старец грозно на него возрев рече. И почто без моего повеления вне дверей кели изшели си, почто без благословения Иерея Христова к реце ходили си. Не весели яко благословение начальствующего юни мест стена необоримая и броня крепкая,
і оружие непобедимое на дьявола, то рек, повеляє йому простретися на землі крестообразно в молитві, простреся же і сам старець, і оба купно со слізами моляхуся к Богу. По довольної же молитві, воставши мимо землі, узре блаженія стіон отрука некоєго черна со свещею горящею, бежаш тут него і глаголюща. Исповедание Твоя, стіоне, великіє моя днес сутре сили, і молитва ваша сотворі мя безоружна. Так ужительствующим там усім отцем преподобним, и многие души человеческие от прелести идольские ко Христу Богу обращающим, прийде во град Альмиридийский, князь страны тоя, именем Латруньян, ему же царское и народные дела управляющу, возвещену бисту идолослужители усей святых двойцы, яку волхвы суть и многие прельщают чаровані своими, и от приношения Богом жертв отвращают. Князь Жабія повеляя тих и вовреште в темницу. І бях у святій вузах, непрестанно молящися і псалми Давидової поюште, і глаголаше старецьку ученику. Возлюбленою мне чадо, аж ті зведуть нас на іспитання, і вопросить у імені, і у роди, і у отечестві, нічто же іно отвіщаваєм їм то, що сіє, як у християні сми, то нам істім'я, і род, і отечеству, і нічто же іно і сми, ток морабі істинного Бога. В утрій же день князь уготовить і судіще посреди града, і проповедником народ на позорище собрати повелев прийде, і сиде на престолі своїм в третій час дне, і послає звести святеї з темниці к нему на судіще. Приходящим же святим пред лице його, возря на них князь і уже сесія, видя бо некий чудний благодаті Божия свет, лица їх усєваючи бях учесні виденням. Святий епіктет без 60-летен, возрастом висок, брадуємий долгу, сідінами украшену. Також де й святий Астіон висок би возрастом, і ліцем зело красен, лепотою целомудрія цвітущ, і мий лет от рождення свого 35. На них же смотря князь молчаший, як у часі дінь не могі, що проглаголаті. Та же едва уста от верз рече, «Рецейте нам, как унаріцаєтеся, і коєго родесте, і от коє страни сему прийдосте». Святий же отвіщаша, «Християни ісмей». Рече князь, «Я звем, як от прокляття християнські єсте вери, но скажіте нам род ваше отечество». Святій же пак і рекоша, «Християни ісмей, єдиного Бога Господа нашого Ісуса Христа знаєм, і тому єдиному поклоняємся, ідольських же гнушаємся мерзості, і кланяющихся їм чуждаємся, і псаломські глаголем, подобнім да будуть творящі я і всі надеющіся на ня». То слышав князь, исполнися гнева и повеле святых, обнаживши бити без милости на долг час. У ниже биени глаголаху, «Господи Иисусе, Учителю наш, Твоя воля в нас да совершается». А князь, видя их непреодоленных, множие ярящися гневом и глаголаше, «Где есть Христос ваш, Его же непрестанно призываете, да прийдет ныне и поможет вам, и да измет вас от рук моих». Святий же глаголаша, «Христиане смы, буди воля Бога нашего в нас». И паки множие возярився князь по веленом училище повесить их и ногтми железными стругати телеса их и свещтами горящими упаляти. Униже едино взиваху, «Христиане смы, буди в нас воля Бога нашего». Так у святым мучимым скончашеся седьмый час дне. И повеля князь немши их с училища отвести паки в темницу. Един ж от мучащих слуг іменем Вигіланті слышав та святих словеса, і аж в страданні непрестанно глаголаша, і мене вбити в тех некою волшебною силу, болезен телу в муках утемлющою, нача она й непрестанно в уме своєм іметі, в одні же і внощі та розмишляті. І по трьох днях начав народи немолчно взивати глаголя, «Християні не сам, буде в нас воля Бога нашого». Так же в темницу ко святим научись от них святей вери и по малих днях крещения святаго со всем домом своим сподобися. Прибивши же святії по первом истязании и мучении в темнице 5 дней, и паки на судище изведени бойша. Их же не возмог князь никиими же увещаниями к нечестию своему преклонити, паки нача их мучити. Перве убо отстом и солью прежних ранних струпы утирати повеле, та же коноб вели смолою наполнив и вельми разварив, ввержив него мучеников. Униже в кипяще и зело смоле, аки в некои купели без вреда пребывающе, прежние своя словеса часто повторях углаголюще. Христиане смы, буди в нас воля Бога нашего.
Удивлявшися же князь видя их в кипящем кунобе живых и невредимых и глаголоши. «О, коль велья есть волшебство христианского сила!» И повелея их иземши из куноба паки во врешти в темницу, и никому же к ним приходить и не подавать и хлеба и воды, да гладом и жаждею тают. И прибывши святые без пищи и питья 30 дней, единим Словом Божиим питающиеся и укрепляющиеся благодатью Святаго Духа. Игда святые мученики на позоришном судилище пред всем народом испытуеми и судими бяху, случися в то время прийти в той град мужу некоему от стран восточных, Богу так устроившу. Той муж позна Стиона, ибо и родители его добре знаеше. Возвратив си обуву своя страна и прийди к родителям Астионовым и возвести им глаголя. Видях се и на вашего Валмириде граде скитствен с неким старцем Епиктетум за Христа страдание подемлющих. Родители же, яко услышаше сие со слезами, припадоше к мужуто му моляще его да скажете им истину. Той же клятво и утверждаше глаголи му. И рече родителя Стионов, аз ще сподоблю се видите лице възлюбленого сына моего, аби е вся та сотворю, яже мне он повелит и научит. Так уж да и матери глаголаше, аз ще в жизни моей узрю сладкое мне чадо, вся оставлю и тому последовать и буду, и повелит ли мне християни не убить, не отрекусь я и с ним купно не убоюсь я муки и смерть за Христа подяти. Так углаголавше дом свой и имение своя вручише вернейшим своим приятелям, сами же немногие рабы и рабыни поемши отплыше в Скитию. Но прежде даже прийти им в Алмиридийский град, святые мученицы Епиктет и Астион подвиг страдания совершише сицевым образом. По 30 днях, вняже гладом и жаждею в темнице Мориме бяху, пак и на судище князь изведих рече. Множици увопросих вас о именах ваших и о роде и отечестве, и не сказасте мне истины. Мнюбо, яко не иначе то есть вы токмо беси в плоти, понеже ти и без имени и без рода знаем и суть. Таковым вас нарицаю именем. Рцейте обо мне о плотени и беси. Принесете ли вы жертвы Богом нашим или ни? А ще ни то всей ден обезглавлю вас. Отвещаше святии. Християни сме, а не бесове, и Христовим именем отгоним бесов от телес человеческих. О, да бы и ты восхотел свободите се от живущего в тебе беса, изгнали бы и того от тебе силою Христа, Бога нашего. Тогда возирився князь, повели мучеников святых каменьем в уста бити, таже палицами долго бив на мечное посечение у судиих. Изведени же бывши святые вне града на место посечения, и спросиши от убивателей своих себе время к молитве, и ставши к востоку воздеше руци свои на небо, и очи возвече молеше се к Богу надолзи. Посем моли святые Епиктет да первие посекут Астиона, и глагола к нему Астион. Отче, тебе подобает первое ту честь приятие ежевенце мученическим увенчати ся. Ты бы си пресвитер Господин, отец и учитель мой, аз же по тебе пойду. Отвеща святый Епиктет. 17 лет чадо благодатью Христовою соблюдах те чисто и непорочно. И ныне ли восхощу толиких лет труд мой погубити и оставите те без мене единого? Не весели, ако вражие коварство тонка соти неудок познаваема. И бою се да никако тъй юн сей, увидевши смерт мою, обоиши се и будеше врагово игралище, не так убо, чадо. Но да буду аз, яко Авраам, принося и в жертву Богу Исаака. Тъй убо предейди предо мною и первия венец страдальчески приими. Верую же, яко святый Михаил со ангелой, Авель со пророки, Петър со апостолой, Даниил со изповедники, изидоша в сретение тебе и ждут те прияти и с торжественными песенми вестите к престолу Христа Спаса нашего. Глагола святый Астион. Воля Господня и Твоя, о святый Отче, да будет. И оградив себе крестним знаменем глагола. Ты си защититель мой Господи, в руце Твои предаю дух мой. И преклонив под меч главу свою, скончася. Святый же Епиктет пад на теле ученика своего муляше убивателей, да тако его лежащо убьют, и ударен бъв мечем, умре за Христа. Все же там убивши елени християни, смотрящи на честная телеса их, видеше та просиявшая, яко лучи солнечния, и благоухание неизречено изпълняше то место. Бъвши же вечеро поздно, выше поминутые вигиланти с домашними своими и с прочими християни пришед, взя отой телеса мученическая и чистыми плащаницами со ароматами он и обвив, на месте нарочитом погребе честно. В
Ту же нощ на Латруняна князя без люд найде, и в устав заутра князь, и в претор по обычаю пришед, начальник лепая, яко неисту в глаголоти, та же похитив меч, устремися на бывшие с ним и на час ищти уязвляти. Ти же видящи его таку возбесившися, яше его, и меч от руки сторгши, бише его, и связавши ему руце и нозе в малие храми не затвориша, и даже по двоих дней зле изверже душу свою, удавлен бив от беса. По кончине святых мучеников родители Стионовой, потом в одним приближившися к Алмиридийскому граду, яви се святый Стион Вигеланти у глаголя. Отец мой и матерь моя ныне приидут сему искать имя. Сотвори обо любов, брате, и зайди в пристанище и пойми их в дом твой и упокой он их, и утеши. Понеже тугою и печалью ме не ради зело измуждижеся. Еще же у спасительну и вере поучи их и величие Божие возвести им. Вигеланти же Абиев пристанище шеду зре корабль пристающ к брегу, из него же Стионовы родители изшедши, прилучившихся там у людей в упрошаху. Не видели кто человека млада именем Астиона. Вигеланти же приступив к ним рече, аз видих его и познах се с ним добре, но приидите, первее почите в доме моем и скажу вам о нем. Ти же зело обрадувавши се и доша к нему и упокоеваеми бяха от него честно. Молящим же им Вигеланти да скаже то сыни их, глаголаше той. Яко недавно Стион в сем граде бяше и прежде неколиких дней отиде отсюду с единим старцем честным в страну далечайшую, позван честно от царя преславного в соцарствованието му с неизреченною славою. Иначен Вигеланти сказуваше ему иной вечной жизни, о селениях райских, о небесном царстве и о бессмертном царе Христе Господе. У ангелах же и у всех святых лицах Христу соцарствующих, к ним же и Астион сын их причтенесть. Слушающие же родители словес, их же прежде никогда же слышаху, удивляхуся, умиляхуся и духовную некую в сердцах своих уштуштаху радость и прилежнее вопрошаху, как утам отиде любезний сын их. Он же поем их, веде первое в келью святых мучеников и показа им уставшийся по них святый крест, Евангельскую книгу. И много от словес евангельских к ним беседував, сотвори их веровати во Христа. И тогда сказа ему страдание святых мучеников Епиктета и Астиона, како за Христа Господа положише своя души, та же веде их на то место и деже телеса святых погребена, там удовольно им плакавшим, повеле с вечера стати на молитви и молите се с ним всю нощ ко Христу Богу. Прешечу же полуношному времени, и уже деници восиевати начинающей, внезапо облиста их свет, яко молния, и благоухание чудно и обоняся, и узреше святых мучеников, представших им в красоте неизречени. И обем святый Стион матерь свою любезну, лобыза он ее глаголя. Добре пришла еси сему, о ученица Христова, моя же мать и Маркелину. Си тебя ше имя ей. Так уж да и святый Епиктет обем главу отца Стионова лобыза глаголя. Радуйся о Господе, возлюбленный брате Александре, тако име го бяше, яко сподобил се еси число верних причтен бити, и блаженства вечно го достойни вил се еси. Та же оба рекоше к Вигелантию, радуйся и ти, возлюбленный брате, яко изпълни се на тебе писание глаголюще, а ще кто обратит грешника от заблуждение его, спасет душу от смерти и покрият множество грехов. Беседуваше же к ним и ние довольно утешителни глаголи, преизпълнение сладости духовния и по часи бъйше невидими. Они же от видението го и от сладкия со святыми беседи и каковые радости изпълнише се изрещи невъзможно и проляше сърца своя в молитви и благодарение пред Богом, яко възлюблена го сына своего, его же толь долгое време с сърдечною болезнью искаху видите в слави небесни изподобише ся. В то время в скитсте оней стране бе епископ християнский именем Евангел. Той, аще и криеше се во време гонения, обаче о погибели Латруниана князи Оведов, небоязнено в Алмиридийски град прииде, посещая и утверждая верния. К тому свидетелю Вигеланти веде родители Астионових и вся яже у них, яко же и у святых мучениц подробно сказа ему. Епископ же мученик и святый облажив, родители Астионова и ко Христу обратившиеся с радостью прия и крести их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Посем Александр и Маркелина при гробе мученическом довольни дни в пущении и молитвах прибывши, возвратившися во своя,
и продавши яж имеях у богатые имения, раздаши нищим, мало и нечто на препитание себе оставивше, и пожише богоугодно до кончини своя я. Так освети и преподобно мученик и епиктет пресвитерия Стион монах, венцем мученическим на небеси прославиша ся. К ним же и Александр с Маркелиною от земных пришедши, части святых сподобиша си благодатью Господа нашего Иисуса Христа, и муже с Отцем и Святым Духом, чест и слава, ныне и присно и во веки веков. Амин. В Велико имене и Четии, сего месяца и дня, на листе 129-м, воспоминается Святый Евангел. Исказуется о нем, яко мечем за Христа скончася, и муже и стихи положены и сице. Евангела другого ангела бъйте познавай, к небесним бошествует посечением мечным. А синаксаря ему несть. В той же ден святие Кириакии, от нечестивого царя Максимяна в Никомедии страдавшия, и святых мученик Перегрина, Лукиана, Помпия, Исихия, Папия, Сатурнина и Германа, в Траяново царство, в Дирахии, граде Македонстем, в море за Христа потопленних. Конец жития преподобно мученику в Епиктета и Астиона.